Ходит на занятия 3 раза в неделю, и каждое занятие проходит с улыбкой. Мы изучаем новые элементы. Ребенок в 1 год и 2 месяца уже переплывает бассейн на одном дыхании. Он очень рано пошел, очень рано сел. За свой годик он болел всего 1 раз, в чем я считаю, что заслуга акваллоги, потому что благодаря нашим занятиям у ребенка повышен иммунитет. Я хочу выразить свою благодарность акваллоге, вот всем тренерам, Тарасу Анатольевичу в отдельности, за то, что так тепло относятся к нашим детям, так внимательно относятся к нам, к родителям. Большое спасибо внимательному персоналу. Спасибо нашему любимому тренеру Татьяне Евгеньевне, которая нашла подход к Данечке, нашла подход к его плохому настроению, и все очень хорошо. Нам нравится, мы обязательно будем ходить, обязательно будем продолжать. У ребенка в 1 год уже действительно есть успехи в плавании, и в этом во всем заслуга акваллоги. Спасибо большое.